Ребят, всем привет, с вами Илья Макаревский. Дальше у меня что получилось? Я, значит, поломку нашел. Сходил до дома, проварил, значит, эту деталь по-хорошенькому. Поставил. Все нормально поставил. Прокатился, грубо говоря, может, 900 метров. И все, не едет, и все тут, хоть ты что делай. Принял решение снова двигатель снимать. Ну, уже время позднее, сейчас где-то 7:30, наверное, уже вечера. По итогу разобрал опять автоматическое сцепление, а тут вот такая вот история. Открутилось оно. Ну, и сейчас буду собирать, сейчас вот остынет немножко. И буду собирать и поеду дальше. Надеюсь, больше он меня не будет подводить нигде. А то я уже устал, если честно. Разбирать его, снимать. Я, наверное, сегодня двигатель снял, наверное, наверное, 5, если не 6, наверное, за целый день. И это все в лесу.